Преимущество Леона. Два забитых мяча у Сэма Уар и Набиль Фикир. 6-35 минуты. 30 секунд игры. И снова. Мы не первый тайм случайно смотрим. Да, такое ощущение, что начинают опять с первого тайма. Но счет все-таки 2-0 уже. Головин Мандой бросились на Мемфиса. В итоге желтая Фалькао. Желтая Ферлану Менди. Фалькао тоже тянулся своей ногою в сторону. Вот сейчас, да, Головина. Первая красная карточка Александра Головина во Франции. Шипами в икроножную мышцу Фикира. Зачем? Почему так надо начинать первый тайм? Смотрите, вот этот прием. Ну, желтая это точно, правда же? Да, довольно высокий. Коллекция карточек. Он не давал желтой карточки за довольно круглые фолы.